Здравствуйте. Они должны будут работать. Не никем не дышит. Я уже почти попытки начинаю забежать, и просто ветра мои на мой. Знаете, ветра мои. На самом деле, церковь. Где у нас? Если нельзя говорить, скажите. Нет проблем. Я отсюда меня. Я понимаю, что сегодня политический день. Я понимаю, что сегодня нельзя говорить на камеру, пожалуйста. Чего мне говорить? Вон он говорит. А я что, а вот такой машины? Не Викиманки, а вот нет, там такой машины нет. Нет, я работаю по сути материале, в чем проблема? Проблем нет. Нет, я бы что сегодня говорит, а ты как скажешь? Без проблем. С чего взяли, что вам-то пришлось? Нет, я так понимаю, вы же нет, по сути Израиля, я знаю, по сути Израиля. Один момент. То есть вы это ОВД Викиманки. То есть у вас есть полномочия, знаете, на самом деле, что если вам это скажут, что я что мне запишу говорить, я один будет. А кто вам запретил? Я напишу заявление. Кто запретил? Пока никто, я задаю вопрос. Пожалуйста. Это Викиман, скажу, что это вопрос. А вы хотите мне звонить, не помочь? Я стою на улице, с кем-то задираюсь. Вообще-то говорю, на камеру посылается Израиля. Вопрос нет. Окей, давайте все, я очень хорошо сначала не делаю. На самом деле, знаете, что это достаточно экономное состояние. И вот, значит, я хочу сказать, как представитель другого департамента, шоуника. И меня пытаются держать, что я говорю, что это не так. Да, значит, спокойно, угроз, это, значит, утирала всю войну, а там будет церковь, а не брать церковь. Место годовщины смерти не волка. Вот. Все эти практически дни и сложности, значит, с холодной войной, я не хотела, значит, сегодня человеческую речь по вопросу, значит, Америка, которая Россия. Ну, да, вот. Я хочу с ним вообще не работать. Поэтому я прошу к своим делам. Это ваше дело, пожалуйста. Вот. Значит, видите, какие-то проблемы, например, какой-то скажет. Сегодня, ну, уже слезы особо трудные армяны, как бы политические армяны и так далее. Вот. Нельзя сегодня разговаривать, но нет проблем. Я думаю, мало вероятно, что ты так скажешь. Такого нет, да? Думаю, вряд ли. Такого, такой дискуссии нет. На данную секунду нету. Very good. Значит, и вы это тоже не скажете? Мы нет. Вы это не скажете? Вы это снимаете? Нет, мы по охране посольства. По охране посольства? Конечно, потому что нас не знаете. Нет, я вас не знаю. Удивительно. Мы вас знаем, вы нас нет. Нет, правда, нет, у меня память не братишка, 100%. Возможно, вы где посольство. Класс, когда человек себя разговаривает, я думаю, это ВД Киманки. А что он за болтать? Вообще, что она Юрьевна меня знает? Знаем его. Все, класс. Я же заложил состав, русский, это очень важно. Я же речь идет касательно именно, значит, да, всего, вот, по военной информации. Вот, и не в этом проблема. Вот, значит, я имею в виду проблемы, значит, с чеченской организацией. Вот кадры там и не кадры. Вот, и некоторые лица власти. Понятно? Ну, которые отпарывают, собственно, сидит, которые хотят, я так и сказал, сын. Я понимаю, ты как не можешь меня первый раз везти, если бы вам сейчас работал. Год назад я здесь работал. А год назад, извините, я была репрессивна, так что я здесь хорошо работал. Ну, вот, я вас видел. Да? Я здесь работал несколько лет, год я просто не был. Ну, так вот, окей. Значит, сегодня мы видим, как вас зовут? Алексей. Алексей, очень приятно. Значит, вы меня здесь, а вас встречала. Да. А вы видите, знаете, как-то сразу будет. Вот, дело в том, что когда я приеду, говорите по-английски, нет? Это чем плохо, понимаете? Это же не обязаны, я понимаю, но дело в том, что здесь фабрикация, знаете, когда я говорю, что вы думаете, с интонацией, да, американская, да, говорю, вот, а что, значит, там психиатрия, там, или я наезжаю на Россию, или что такое, знаете, могу наехать точно на Россию, значит, в том смысле, что мы обрет американские переговоры. Это я знаю, что второй шелон работает, понимаете, а второй шелон, который опять платит, видите, вот серьезно. Очень рада, что, значит, мы каждый год. Вот, и таким образом, вы знаете, а когда видео могу говорить, да? Могу говорить, да? Да, конечно, пожалуйста. Все, таких не было запретов, да? Нет, на данный момент не было. Просто я понимаю, что мало ли там, может, какие-то местоположения не хотят моего экрана, то такой день и так далее. Я думаю, нет. То есть Петра у вас такого не сказала? Пока, на данную секунду нет. Спасибо.